Я хочу заявить, что мы абсолютно не одни. Вчера по стране прокатилась волна митингов в поддержку действующей власти. Я очень хорошо осведомлен об этих акциях. Люди заявляли свою позицию. И я хочу еще раз подчеркнуть, если кто-то думает, что тут власть наклонилась и зашаталась, ошибается. И хочу сказать, что у власти есть на кого опереться. Поэтому мы не дрогнем, мы свой путь пройдем так, как это следует. Еще раз повторю, те, кто сегодня, особенно за рубежом, это уже явно видно, шашки точат, получат серьезный отпор. Это не голословно, уже в Гродно вывешивают польские флаги. Это недопустимо. И подобные вещи будут пресечены кардинальным образом.